меня сейчас дежавю. Примерно около года назад я в это же время года примерно снимала свой самый первый влог на канал. И я шла получать в торговый центр в Постамате свой заказ с сайта El Contrabando. И ситуация повторяется один в один. Вот опять же, какая-то чача на улице. Я с ребенком, правда, не в слинге, а с коляской. Мы идем в Постаматы. На самом деле, вот именно в такую погоду, когда серость за окном, когда еще на весну даже никакого намека нет, у меня как раз-таки солнечное настроение, и это самое лучшее время для того, чтобы закупаться новой партией очков для летнего будущего сезона. И у El Contrabando там постоянно очень классные всякие разные предложения, типа там 3 пары очков за практически бесценок, или вот как сейчас я заказала 4 пары очков за 1000 рублей, и ну, где такие цены ты встретишь в кризис? Правда ведь? Ну, сейчас сходим, заберем посылку, и я покажу вам, что я заказала. Ну, выбирала, на самом деле, я так, достаточно одинаковую парочку. Вот такая на улице чача. Просто один лед. И я тут иду, скользю. Кошмар. Просто вот ноги разъезжаются. Не стала я, в общем, там снимать. Вот такая маленькая коробочка. Получила. Будем раскрывать уже дома. Ребенок сразу же на карусельке катается. Где же ей еще быть? Давайте откроем посылочку. Что нам тут доставили в таких интересных коробках? Надо их с ручником вскрывать. Одной рукой это сложно делать. El Contrabando. Раз очочки. Думаю. Сейчас я буду все примерять. Ты твою? Да, тут тебе. О, это клево. Вот эти прикольные. Ага. Ты как наркоманка из дискотеки 70-х. Диско-вечеринка. Мне нравится. Клево. Ну, девчонка решила, что чехольчик и это носочки. Ну, они клевые, яркие такие. Вот одеваем второй носочек, да? Чтобы красивенько было. Яркие такие. Вот моя прелесть. Встала и пошла. Да, давай. Садись, покатайся в носочках от El Contrabando. Очень удобно устроилась. Откинулась такая. Дон Миро. Да. Что там такое-то? Она типа застряла. Сюда ты хотела? В тюрьме сидеть, Дон Миро, вам не к лицу. Но, видимо, ей хочется побыть в одиночестве, поразмыслить о своем величии. Давно мы все вместе никуда не ездили, на машине, и все муж по работе, да по работе. Ой, люблю кататься на машинке. Пришли телек посмотреть.
клевая кроватка. С ящичками. Ну, здесь приклеено все. Я тебе куплю такие карандаши. Когда-то у тебя будет своя хорошая, беленькая, светленькая, детская. Ну, не знаю, когда. Мы нашли Мирошке нового друга. Чудесного, большущего слонища. Хобот какой. Классный, да? А тут их просто. Кругом одни мамонты. Белые медведи и акулы. Ладно, мы тебе купим какого-нибудь поменьше. Сколько всего тут? Мы купили уже на самом деле дофигища всего, но пока еще не купили то, зачем приехали. Так это обычно и бывает в Икеях. Тебе нужен этот сон или нет? Нет. Нет? Если я не уверен, это насчет этой лампочки. Если тебе не нужен этот сон, мы его не будем брать. Вот и все. Да, ребенок? Хорошо бродить в Икее с друзьями. Один тележку тащит, вторая ребенка несет. А я себе, знай, королева, иду тут. Королева. Плюю по сторонам. Королева, но никто тебя не увидит. Никто не узнает, в чем ее тайна. Что ты хочешь? Ну что, мы приехали домой. Я тут раскладываю наши коробки. Только что сняла видео о покупках из Икеи. Будет уже отдельно. И вот так выглядят все коробки, которые приобрела для организации хранения. Плюс еще три пластиковых и три крышки для детских игрушек. Будем разбираться. И ребенок хозяйничает с планшетом. Привет, Сири! Они такие красивые, когда пустые. Аж даже жалко наполнять их. Кстати, помните, я пыталась избавиться от пятен на детской кофточке? Могу вам сказать, что эксперимент удался. И действительно, сейчас я вам эту кофточку покажу. Вот она, и она идеально чистая. То есть могу сказать, что мне просто надо было в первом самом своем эксперименте добавить больше отбеливателя, больше вот этого подсолнечного масла. И я еще туда бухнула чуток уксуса. А порошок, кстати говоря, использовала примерно в том же количестве, что и в первый раз. Пятна все ушли, вообще, просто вот нету их, даже следа не осталось. Так что на этот способ обратите внимание, это правда работает. Идет коза рогатая за малыми ребятами и всех забодает. Давай, коза. Эй, мы сейчас на улице, яркое солнышко, снежок, прям все очень круто, здорово. Гуляем с ребенком, и так как сейчас на коляске, я решила еще зайти на почту. Мне там какая-то посылка пришла. Клевые очки же, да? Очень, по-моему, по-зимнему. Холодно, девочки? Вот там, смотрите, как клево. Солнышко и белый снег. Вот это такие классные детские площадки.
Я в детстве о таких только мечтала. С такими горками, трубами. Вот малая тут залипает, на всех смотрит. Мы в лягушатнике, я бы сказала, находимся. С почты забрали сейчас посылку. Нам издательство Эксмо опять прислало развивающий набор. Там типа как тетрадка такая развивающая. Будем дома смотреть, что там в комплекте, там какие-то еще значки. Вот, да, и в скором времени буду как раз делать видео про книжки. У нас много там, уже такая стопочка хорошая накопилась. И думаю, что как раз-таки эти тетрадки новые туда, в этот обзорчик и зайдут. Заодно расскажу, что там в них. Блин, клево, я себе сама нравлюсь в этих очках. Жизнь прекрасна. Идем мы уже сейчас к коляске, пойдем домой. Достаточно холодно, несмотря на солнце. Февраль. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. You anywhere? When you broke down, I didn't.